Учимся создавать свой сайт с нуля на канале Валентины Синема 2. Вот сегодня, прямо сейчас, у вас и появится свой собственный сайт. И вы увидите, как это все просто. Он уже будет в доступе в интернете, и вы сможете его показывать всем своим знакомым. Это будет презентация с первыми вашими посетителями. И с этих минут у вас начнется свой бизнес, который будет приносить вам пассивный доход. Устанавливаем движок и обязательно сохраняем все данные в блокнот систематизации, который мы с вами начали создавать в начале обучения. А теперь пошаговая инструкция. Первое. Заходим в каталог CMS и выбираем WordPress. Нажимаем «Установить приложение». Видим WordPress бесплатно. Жмем «Установить». Тут нажимаем на этот треугольничек. Выбираем свой домен, в моем случае Валентина Синема 2. А тут следим за тем, чтобы база данных горела зеленым цветом со словом «Новая». И нажимаем на кнопку «Начать установку». Установка проходит в течение нескольких секунд. И вот вам вышло уведомление с вашим логином и паролем от вашего сайта для входа в него. Понимаете? Не забудьте переписать все эти данные в надежное место, в созданный вами текстовый документ. Перепишите в тетрадку или сделайте фото, или скрин, если на компьютере, чтобы не потерять вход от вашего сайта. Понимаете? И вот тут же вы теперь можете нажать на кнопку «Зайти на сайт». По регламенту сайт может быть доступен уже через 30 минут или через 24 часа. Но тут уже кому как повезет. Но я советую связаться с техподдержкой сразу же, как вам вышла табличка с паролем и логином. Попросите техподдержку проверить, все ли вы правильно сделали. Если они обнаружат ошибку, то помогут ее исправить. Если все в порядке, то ждите. Техподдержка находится вот тут. Она работает 24 часа в сутки. Без выходных. Ребята молодцы, отвечают очень быстро. Проверяйте каждые 5-10 минут, нажимая на кнопку «Перейти на сайт». Мне лично повезло. Мой сайт открылся почти через 10 минут, ну не больше. Желаю и вам тоже быстро получить доступ к сайту. И в путь к новым урокам, в которых мы с вами будем учиться наполнять наш сайт контентом и учиться продвигать его всякими бесплатными способами и еще и зарабатывать на нем. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал Валентина Синема 2. А если вы поставите лайк, то я буду знать, что вам все понятно. И мы будем двигаться дальше благодаря пошаговым урокам в плейлисте «Сайт с нуля». Всем пока!